Здравствуйте, уважаемые налогоплательщики. Здравствуйте, читатели канала «Налоговая балалайка». Сейчас, секундочку. Техническая пауза у нас произошла. Все перепроверили. И у нас сегодня с вами передача посвящена уголовной ответственности за уплату, неуплату налогов. За уклонение от уплаты налогов. За уклонение от уплаты налогов. Сегодня на студии Тылик Павел Юрьевич, бизнес-адвокат, который на протяжении десятков лет защищает налогоплательщиков в суде. Все верно? Да, даже страшно. Вы знаете, тоже когда я считал, что там где-то больше 20 лет занимаюсь бухгалтерским учетом, тоже становится страшно. Думаю, что, наверное, может деградация какая-то или... Не понимаешь. Но вначале мы хотим вам показать мультфильм. И вообще всем, кто нас сейчас смотрит и слушает, показать маленький мультфильм. На основании постановления пленума, которое у нас было 2019 года. Давайте смотрим его. Включите, пожалуйста. Здесь рассказывается, когда посадят за налог. Значит, первое, когда вы подписали документы. Просто не за это подписали, потому что не подписал. Если ошибся в декларации, все это лучше, даже если не лучше. За видео, да, смотрите, уважаемые, значит, получается, что постановление пленума нам сказало о том, что, это не то, что она сказала, то есть она подвела там судебную практику о том, что налогоплательщики заезжают, когда доказывают, что не подписывают документы, ошибаются в декларации, пропускают срок уплаты налогов и начинают манипулировать с имуществом, то есть быстрее его скидывать, понимая, что налоговая служба его захватит. Кстати, по блокировке счета, уважаемые коллеги, я хочу вам сделать маленький подарок. У нас есть такая программа, называется «Такса-2020». Павел Юрьевич, нет отношения не имеет, если что, для проверяющих органов. Где в схеме номер 1623 рассказан еще последний оставшийся способ по действующему законодательству, когда деньги с вашего расчетного счета не может забрать никто. Ни суды, ни, значит, налоговая служба, ни конкурсный управляющий и так далее. Более того, за это банки даже берут вознаграждение. Поэтому такса 2020, схема номер 1623, программа интеллектуальной системы налогового консультирования. Обращайтесь, сейчас там идет аж 95% скидка. Вот, значит, давайте начнем с вами сначала. Итак, Павел Юрьевич, что такое у нас налоговое преступление? То есть вообще... собственно говоря, налоговое преступление, определения его нигде нету. Этого налогового преступления. Но, собственно говоря, это преступление, связанное с уклонением от уплаты налогов. Ну и суть этого преступления, конечно же, это нанесение ущерба бюджету, но в определенной сумме. То есть получается, смотрите, ведь можно умышленно это делать и неумышленно. То есть для нашего уголовного кодекса это не имеет никакого значения, я так понимаю. Ну, вообще, жизнь показывает. Ну, жизнь, да, показывает, но, тем не менее, не стоит опускать руки. И когда налоговый орган вас проверяет, зачем-то же это письмо издали совместные налоговые органы ФСБ и Следственный комитет, где сказано налоговому органу устанавливать умысел. Зачем устанавливать умысел? А чтобы потом были перспективы для уголовного дела. Так, значит, на стадии проведения выездной налоговой проверки НР нужно бороться за неосторожность. За 20%, чтобы штраф сделали, никак не 40%. Вот здесь так. Я вот, честно сказать... Зачем они сказали про адвокаты у нас, видимо, все оптимисты какие-то, честно могу сказать. Более того, я, честно могу сказать, адвокатов не очень переношу. Вы, наверное, единственный там из немногих адвокатов, да, которые я как бы нормально воспринимаю. У меня тогда давайте начнем сначала, кто может быть субъектом преступления по налогам? Субъектом преступления, налогового преступления может быть лицо,
ну, достигшие 16 лет, да, если мы говорим про индивидуальных предпринимателей или просто про физических лиц, это статья 198 Уголовного кодекса, то там у нас получается физическое лицо, индивидуальный предприниматель, это может быть нотариус. А вот если мы говорим про юридические лица, то, конечно, там может быть генеральный директор, и это в первую очередь, конечно. И даже если ты трижды номинальный директор, то все равно ты можешь быть субъектом вот, уголовного преступления. Но также еще может быть и, ну, в общем, лицо, которое подписывает налоговые декларации, лицо, которое, так сказать, вот, стоит в маске за контролирующее должника лицо, ну и плюс еще может быть бухгалтер. Хотя вот если мы посмотрим постановление пленума вот ноября 18 года, или 19-го. Так, сейчас 19-го года, время быстро летит. Вот, если посмотрим, то там главный бухгалтер, в отличие от пленума 6-го года, не указан. Тем не менее, вот главный бухгалтер может быть субъектом преступления. Хотя в моей практике как-то всегда свидетель. Значит, вы еще забыли про налоговых консультантов. Ну, налоговые консультанты, адвокатов, юристы, адвокаты. То есть те, которых можно подцепить, да, и туда, да, засунуть. То есть уже, да, там, может быть, не по 199-й они пойдут, по 159-й, как правило, все идут. Ну, то я бы хотел сказать здесь, да, что все-таки вот здесь вот нужно осторожным быть. Когда мы сейчас будем говорить про сумму уклонения, вот я бы хотел вернуться к этой теме. Хорошо. Про субъектов. То есть давайте сделаем так, что, в принципе, возможности Следственного комитета, они безграничны. И субъектом может быть любое лицо, с которым не докажешь, что как-то было связано с неуплатой налогов, да? Да. Ну, то есть вот так вот. То есть вообще все рядом и не рядом. Которые советом, которые подстрекали словом, к совершению, да, этого преступления. То есть они могут быть подстрекателями, могут быть исполнителями, могут быть организаторами. Ну да, любое лицо. Так, так все, разобрались с этим. Дальше следующее. Да. Когда неуплата налогов является правонарушением, а когда преступлением? В чем разница, то есть вот такая чисто... Правонарушение, да, это, собственно говоря, как бы законодатель каким образом сделал? Он разделил, да, а как бы вот преступление, есть, да? Это, так сказать, опасное деяние, да, но правонарушение, так сказать, менее опасное такое деяние. Вот, и преступлением оно становится тогда, когда уклонение от уплаты налогов достигает определенной суммы. Для индивидуальных предпринимателей это... 2700, а крупный размер, просто уклонение в крупном размере, да, 2700, а уклонение в особо крупном размере, вот забыла сколько у нас, 13500, уклонение в особо крупном размере 13500, а для юридических лиц уклонение в крупном размере это 15 миллионов рублей, а в особо крупном размере это 45 миллионов рублей. То есть, значит, получается, что все зависит от того, какую сумму ты не заплатил в бюджет. Маленькую сумму, значит, правонарушение. Большая сумма с точки зрения уголовного кодекса. Да. То есть ты попал. Я бы хотел вот здесь вот еще как бы напомнить вот про субъектов. Давайте. Здесь вот очень, так сказать, интересная штука получается. Если вот для физиков все понятно, 2700 и 10 и 13500, да, уклонение от уплаты налогов, но это все вот такое преступление, за которое срок наказания не более 3 лет. Вот. А для юридических лиц, да, это уклонение 15 миллионов и 45 миллионов. Часть первая 15 миллионов. И это не является тяжким преступлением, там срок давности 2 года. И здесь вот важно обратить внимание, что когда мы говорили про субъектов, здесь вот обращаем внимание на следующее, что если, к примеру, бухгалтер будет сваливать все на директора, директор будет сваливать все на бухгалтера, то в результате может получиться следующая картина, когда правоохранитель сделает это группой лиц по предварительному сговору. И тогда можно с 15 миллионов перекочевать на... С 15 миллионов суммой можно перекочевать в часть вторую статьи 99, и будет уже тяжкое преступление. Ну, значит, в общем-то, не надо ни на кого валить. Директор должен брать все на себя. Да. Самый правильный вариант, который, наверное, ну, который иногда используется. Значит, давайте насчет размеров с вами поговорим. Что у нас, как вообще считается крупный, особо крупный размер, потому что в этом все путаются.
Но методика расчета, она все равно одна и та же, что крупный, что особо крупный размер. Просто закон говорит. Закон говорит и говорит пленум Верховного Суда Российской Федерации, о котором мы уже сказали, что сумма уклонений считается за 3 финансовых года подряд. Считается. То есть должны сложить вот эту сумму уклонения за 3 финансовых года подряд. Ну, таким образом, вот набирается сумма. Она может превысить 15 миллионов, к примеру, или там 45 миллионов. И вот поступает уголовная ответственность. Смотрите, мы с вами разобрались, да, что такое субъект, какая сумма денег у нас с вами, да, когда ты... Значит, следующий у меня вопрос. А как вообще происходит возбуждение уголовных дел по налогу, ну, когда ты не платишь налоги? То есть как это вообще порядок в России происходит, чисто технически? Чтобы люди понимали, что вот раз, и все, и уголовное дело возбудилось, и почему? Ну, у нас сегодня, к сожалению, да, так получается, что выездную налоговую проверку могут проводить специалисты, специально подготовленные, ну, может, это налоговые инспектора, да, но все равно это специалисты, которые проводят мероприятия, связанные с налоговым контролем. Вот они проводят выездную налоговую проверку. В принципе, в этой части, вот как они будут проводить выездную налоговую проверку, можно как бы понимать, что вас проверяют специалисты. Вот, они проверили, выдали вам акт выездной налоговой проверки. Я насчет специалистов хотел сказать. Знаете, у нас был какой-то случай, это где-то года 3 назад. Акт выездной налоговой проверки, читая, мы не понимаем, там столько грамматических ошибок. Прибыль, убытки, вообще человек не понимает, выручка с прибылью путает. То есть, и мы сделали запрос о квалификации этого налогового инспектора, который, значит, это все писал. Значит, ну, нам сказали, что это коммерческая тайна. Но через своих людей мы выяснили, что у него вообще там какой-то сельхозтехникум был, представляете? То есть она проверяет крупного налогоплательщика. Но сейчас, наверное, такое уже практически невозможно, да? Но вот такие моменты в нашей жизни бывали. Бывает, и более до того, и сейчас это все продолжается. Ну, так, давайте дальше. Вполне возможно. Чисто насчет квалификации людей. Но все-таки в налоговом органе, да, есть специалисты, которые проверяют НДС, есть, которые налог на прибыль, есть те, которые считают налог на имущество и так далее. Так вот, налоговый орган проверил предприятие, выдал акт о проведенной выездной налоговой проверке. Далее налогоплательщик пишет возражение на акт проведенной выездной налоговой проверки. На основании вот этих всех документов налоговый орган выносит решение. Это все мы идем к тому, когда будет возбуждено, может быть, о процедуре возбуждения возможного уголовного дела. Вы дальше забыли, что они все время угрожают, что они документы Следственного комитета дадут, когда с ними начинаешь рьяно спорить. Да, и вообще свидетели еще предупреждают об уголовной ответственности, хотя таких полномочий у них нет. Дальше вы обжалуете акт выездной налоговой проверки, подаете апелляционную жалобу. Дальше вышестоящий налоговый орган утверждает, не утверждает, но вот если он утвердил. Дальше решение налогового органа вступает в законную силу. И вот как только оно вступило в законную силу, налоговый орган выдает требование налогоплательщику: уплати налоги, и дает ему на исполнение этого требования 2 месяца. И если в течение 2 месяцев налогоплательщик не заплатил, то налоговый орган обязан, у него другого пути нет, да, сообщить это в правоохранительные органы. При этом, когда налоговый орган еще проводит выездную налоговую проверку и видит вот это уклонение, то в этом случае он также обязан сообщить в правоохранительные органы о том, что вот у них есть такая вот вероятность, что перед нами налогоплательщик, который в будущем может стать преступником. Читал недавно статью Следственного комитета, который сказал, что их это не устраивает, что они хотят, чтобы все документы подавались не тогда, когда вот там 2 месяца, а подавались, когда только налоговый инспектор нашел схему. И в этот же момент он должен подать в Следственный комитет, не дожидаясь акта выездной налоговой проверки, решения там и так далее. Но это, есть такой момент. Мне кажется, это вот очередное какое-то закручивание гаек. И так, так сказать, все очень строго и сурово по отношению к налогоплательщику, и не принимаются его доводы, да? А если здесь еще такое вот будет ужесточение, то совсем уж будет налогоплательщику тяжело.
Но есть еще же другой здесь момент, когда налоговый орган проверяет. Сегодня фактически, наверное, 80, ну, некоторые говорят, 90% выездных налоговых проверок проходит с участием оперуполномоченного. Собственно говоря, оперуполномоченный в период проведения выездной налоговой проверки, он тоже собирает документы и, так сказать, таскает их в Следственный комитет для того, чтобы возбуждать или не возбуждать уголовное дело. Это вот как бы первая часть того, как может быть возбуждено уголовное дело. А вторая часть, это сегодня в соответствии с УПК, есть такая статья 140 Уголовно-процессуального кодекса, которая говорит, что вообще правоохранители, Следственный комитет, оперативные работники, да, они не связаны никак решением налогового органа. До 2014 года были связаны решением налоговой инспекции, а сейчас они никак не связаны решением. И, в общем-то, вот с этой точки зрения, это, собственно говоря, я как бы и говорил, что они не являются в этом случае специалистами. Как оперативный работник, как, допустим, следователь, не имеющий специального образования, может определить вот, уклонение от уплаты налогов. Ну, в общем-то, они могут делать это самостоятельно в рамках данных им полномочий. И, в общем, таким образом, они могут самостоятельно, не дождавшись решения налогового органа, возбуждать уголовное дело. Просто у нас сейчас текущее дело, если я уже об этом говорил в прямом эфире, все началось с того, что просто сотрудники там, Следственного комитета, значит, скрыли почту электронную, нашли переписку главбуха, и эти документы они отдали налоговой службе, и налоговая служба вышла с выездной налоговой проверкой. То есть ситуация была маленькая наоборот. Ну, может быть, они поленились, а вообще, собственно говоря, правоохранители любят считать НДС, потому что это самое легкое, что можно, так сказать, посчитать. Да. Вот. И здесь вот отсюда последствия есть. То, что два, так сказать, проверяющих органа, налоговый орган проверяющий и правоохранительные органы являются проверяющими. А в чем здесь, так сказать, вот, так сказать, собака зарыта? А в том, что, допустим, налоговый орган может не найти правонарушение, либо доначислить меньше, а правоохранители могут доначислить больше, сами рассчитать больше. И мало того, сегодня правоохранители не связаны даже решением арбитражного суда. Допустим, после проведения выездной налоговой проверки налогоплательщик обратился в арбитражный суд. Все, арбитражный выиграл. Суд, допустим, его уменьшил, да, или установил вину. Вот мы в самом начале этого разговора были и сказал, что неумышленная вина. Здесь неосторожность. И тем не менее правоохранители этим не связаны. Типа у них... у них другой метод проверки, который не совпадает ни по возможностям, ни по, так сказать, задачам, которые стоят перед то есть судами. И могут самостоятельно, суммы могут быть вообще разные, они могут не биться. Да, я хочу просто как бы обозначить для налогоплательщика, для того, что если вы даже пройдете все стадии ада с налоговой службой, то они сами, налоговики, говорят, мы сейчас вас ничего взять не можем, то есть мы защищаем их там, кучу аргументов предъявляем, то есть они говорят, ладно, мы сейчас не можем, но сейчас все дадим в Следственный комитет. Вы понимаете? А Следственный комитет иногда говорит, ну слушай, мы ничего не можем, мы сейчас дадим ФСБ. То есть у тебя, ты пойдешь по этому кругу, по следующему кругу и так далее, все равно мы с тебя эти деньги возьмем. А, еще они говорят, что мы с тебя-то взять не можем, но тогда у тебя есть какие-то взаимозависимые компании, в которых есть деньги, ну мы сейчас мы туда выйдем. То есть вариантов на самом деле, как собрать сумму налогов у налоговой службы просто немерено. Ну, немерено, но здесь еще и налогоплательщику нужно быть бдительным, потому что иногда налогоплательщик сам себя не защищает, и на стадии, когда идет предпроверочный анализ, либо правоохранители интересуются налогоплательщиком, просто налогоплательщики берут и шлют все без разбора документы, не задумываясь о своей безопасности. Вот я как адвокат понимаю, что всегда все рассказывают обо всех. Да, обо всех все рассказывают, хотя у них есть статья 51 Конституции, не свидетельствует против себя. Кстати, надо будет обязательно отдельную передачу провести насчет того, что какую информацию предоставлять налоговая служба, а какую брать 51-ю. Потому что это на самом деле очень важно в конце, когда подходит к финишу ситуация, то есть как ее можно обыграть.
Ну, на эту тему уже много раз говорили, что, собственно говоря, то есть налоговый кодекс каким образом устроен, да? С одной стороны, вроде бы Конституция говорит, 51-я статья, никто не может быть принужден, там, чтобы его заставили свидетельствовать против себя. А тем не менее, в налоговом кодексе есть статья, да, а если ты не будешь давать показания, вот тебе штраф, да, а если ты не отдашь нам документы, вот тебе штраф, хотя... Как ты можешь отдать документы, которые в будущем могут лечь в основу уголовного дела? То есть ты, получается, сам берешь, собираешь документы, относишь их в налоговые органы, как вот законопослушные налогоплательщики, а они потом берут и твои документы укладывают. Сейчас мы про документы. Господин Павлович, у нас вопрос. Давайте сейчас. Вы готовы? Да, готов. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. А можно вопрос задать? Да, пожалуйста, да, вы в прямом эфире, задавайте. Да, подскажите, пожалуйста, могут ли привлечь к уголовной ответственности главного бухгалтера, если ошибки были сделаны до нее? Так, вот. У вас один вопрос, да, только? Да, один вопрос, все, да. Все, спасибо, понял. Да, я понял. Ну, если ошибки были сделаны до того, когда главный бухгалтер приступил к исполнению своих обязанностей, то, конечно же, нет. Но при этом главному бухгалтеру просто нужно быть очень внимательным, когда он принимает дела. И здесь же очень важно, понимал или не понимал главный бухгалтер, когда принимал вот эти вот документы, которые ему передавал предыдущий. Есть там правонарушение, есть уклонение от уплаты налогов, нет. То есть здесь вот так. Еще вопрос. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Меня зовут Мария, я работаю главным бухгалтером. У меня к вам такой вопрос. Грозит ли мне какая-нибудь ответственность, если я уже не работаю в компании несколько лет? Где-то примерно года 3 назад я там уволилась. У вас один вопрос, да? Все. Да, да, да. Да, все, спасибо. Да. Спасибо. Хороший вопрос. Ну, ответственность может фактически в нашей стране грозить всегда. Но вот если мы говорим про налоговые преступления, то увольнение или даже закрытие компании не является основанием для освобождения от ответственности. То есть если мы говорим про ответственность, если мы говорим за уклонение от уплаты налогов для юридического лица, то здесь же срок давности у нас 10 лет. И если будет установлено, что при деятельности этого конкретного бухгалтера, который уже уволился, будет обнаружено уклонение, выстраивание схемы, которая привела к уклонению от уплаты налогов и недоплате в бюджет, то в этом случае... главный бухгалтер может быть привлечен к уголовной ответственности. Но я еще раз хочу сказать, что в основном главные бухгалтера, если они себя правильно ведут, привлекаются в качестве свидетелей по вот, данной категории преступлений. Я просто от себя добавлю, как аудитор, что когда вы приходите на предприятие работать главным бухгалтером и понимаете, что там просто беспорядок, то есть такое волшебное действие, вы составляете акт не того, что вам передали, а того, чего нет. То есть вы просто прямо фиксируете, что там это не сделано, это не сделано, это не сделано. Тем самым вы снимаете с себя ответственность, что вообще это все произошло. То есть, а по второму вопросу, да, то есть, ну, тут что-то комментировать, все понятно. Если сумма будет большая, то вы работали в организации, то 10 лет... 10 лет срок давности. Спокойно сна не будет. Но если вы бы работали у индивидуального предпринимателя, да, срок-то там поменьше. Ну, там срок давности составляет 2 года. Всего 2 года. Да. То есть, что видите, есть разница в этот момент. Так, давайте мы с вами перейдем к вопросу время и бремя доказывания налогового преступления. Вообще, кто должен... То есть, вот налог... Я понимаю, что с точки зрения налогового кодекса, там, Конституции, что есть презумпция невиновности. У нас ее никто не отменял на территории Российской Федерации, хотя бы на словах. На самом деле, в природе ее, ну, кто просто вот ходит в суды и так далее, ее просто там не существует. То есть, вообще, как время доказывания, как происходит в налоговых преступлениях? Можете прояснить, что нужно делать там или кого привлекать там? Ну, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, да? Поэтому мы уже затронули этот вопрос, да, что когда
В общем-то, можете или не можете вы в период проведения выездной налоговой проверки воспользоваться статьей 51. Вроде бы можете воспользоваться, да, но это потом будет, собственно говоря, использовано против вас, когда на каждый вопрос, который вам задаст налоговый инспектор, будет в графе написано «отказался использовать статью там, 51 Конституции Российской Федерации». И все, и это выглядит очень плохо. Ну, в общем, вот, и для налогового органа, отсюда делаем вывод, да, для налогового органа достаточно назвать конкретно, что они увидели, ну, они, понятно, увидят только уклонение от уплаты налогов, вот они это увидели, они это зафиксировали, они выбросили все то, что свидетельствует в пользу налогоплательщика, ну, а дальше у налогоплательщика наступает, то есть, а налогоплательщик, в свою очередь, должен собирать, ну, просто ему как бы жизненно необходимо в период проведения выездной налоговой проверки собирать доказательства, которые, наоборот, его, так сказать, вытаскивают из этой ситуации и которые его оправдывают, которые говорят, что он, допустим, совершил это правонарушение, там, преступление по неосторожности и так далее. То есть налогоплательщик должен вести себя активно. Ну, к примеру, да, он не должен сказать, а вот вы, налоговый орган, не сделали того-то, а вы вот... Докажите. Да, докажите, да. А налоговый орган, он очень просто делал. Он написал, и на этом стоит точка. И дальше уже, когда суд оценивает, он вообще оценивает вот это вот написанное налоговым инспектором или группой там налоговых инспекторов. Как вообще, как экспертное заключение для него. Как истину, в первую инстанцию. Как истину, да. И то есть налогоплательщик должен столько доказательств собрать, чтобы вообще у суда не возникло никаких сомнений. Просто он должен на 3 головы выше быть акта выездной, того, что написано в акте выездной налоговой проверки. И очень тяжело, да, если ты не специалист, но ты занимаешься своим бизнесом, да, и очень тяжело, когда к тебе приходит налоговая служба, которая прошла там через 1000 трупов уже, да, которые знают, что ты скажешь и ответишь, какие бумаги дашь, да, как вот ее переломить в свою сторону. Поэтому здесь в данном случае обязательно нужно привлекать специалистов. Насчет документов я хотел еще сказать по следственному комитету, что происходит в жизни. То есть следственный комитет, он может взять все документы. То есть, с одной стороны, это очень круто, да, все документы взяли, налоговый тебя просит, ты говоришь, следственный комитет, значит, все забрал. Но есть другая сторона совершенно, когда начинается возбуждено уголовное дело, и как бы у тебя оказалось вообще нет никаких документов, ты вообще ничего подтвердить не можешь, потому что у тебя забрали все. И поэтому всегда мы главбухам говорим, ребята, делайте дупликаты документов, чтобы они были там в три экземпляра, потому что когда вы все изымут, заберут и так далее, навешивают на вас кучу всяких сумм, сроков, там, того, чего не было, то есть, а у вас не окажется документов, то есть вы просто ничего не докажете. То есть, как бы, вот я о той ситуации, которая сейчас у нас сложилась, хотел прокомментировать. Так и вопрос-то в том-то и возникает зачастую, что налогоплательщик в большинстве случаев знает, когда к нему придут забирать документы. Он получил уже несколько запросов о предоставлении информации из правоохранительных органов. Он получил запросы из налогового органа. Но не придут правоохранители вот так внезапно. Но налогоплательщик полагает, что он почему-то полагает, что не придут к нему. Вот не то, что в большинстве, 100% случаев, куда я приходил, куда меня приглашали на предприятие, собственно говоря, вот это там выемка или обыск, или осмотр места происшествия с изъятием вот этих документов. Это норма жизни уже. Нет, это все было последствием того, что налогоплательщик не отреагировал на запрос из налоговой, из полиции. Я уже таких ребят не встречаю, кто там забивал на налоговую полицию. По-моему, все бегут быстрее, чем требования приходят. Ну, исключение уже из правил, наверное. Собственно говоря, такое встречали. Я как-то чудо в исключениях нахожусь. Понятно. Значит, по времени доказывания, то есть не расслабляемся, значит, анализируем ситуацию, защищаемся как только можем всеми способами, средствами, насколько нам позволяют наши ресурсы. Все верно? Да, все верно. Значит, дальше, давайте на следующий вопрос, который учитывает срок давности привлечения к ответственности. Что здесь можно обозначить? Ну, срок давности мы уже
Мне кажется, что его... Ну, давайте мы... еще раз конкретизируем. Да, сделаем вот такой. У нас даже срок появился сейчас. Срок давности. Если мы говорим про уклонение от уплаты налогов с физических лиц, да, и индивидуальных предпринимателей, там, нотариусов, адвокатов и так далее, для них срок давности сегодня составляет 2 года. Почему? Потому что это преступление не является тяжким. Да? Здесь срок давности всего 2 года. Кстати, вот сейчас Следственный комитет вышел с инициативой увеличить срок давности до 10 лет. Якобы они не успевают по 198 догнать предпринимателей, они все избегают ответственности, сроки давности проходят, и мы их не можем никого, так сказать, посадить, либо там условный срок дать. Да? Но при этом вот это не безобидно сделать срок давности, допустим, 10 лет. Почему? А потому что тогда срок по 198 увеличится с 3 лет лишения свободы сразу же до 6. Ну, то есть это не просто вот ввести норму и увеличить вот этот вот срок давности. А если говорить про юридических лиц, да, то там вообще жесть. Да, то там, значит, по части 1 статьи 199 Уголовного кодекса уклонение от уплаты налогов с организацией, да, там срок давности 2 года, а для по части 2 статьи 199 это вот 10 лет. Еще раз обращаю внимание, что там 2, так сказать, состава. Первый состав это группа лиц, а второй пункт это уклонение в особо крупном размере. И очень важно, чтобы не было и пункта А, и пункта Б. Потому что если будет пункт А и пункт Б части 2 статьи 199, то есть группы лиц и еще в особо крупном размере, я думаю, что получить условный срок не получится. Вот насчет сроков исковой давности, да, то есть вот я хотел бы еще сказать, в интернете я нашел ролик такой, который вот говорит, что ИП были юридическим лицом. Давайте посмотрим. Но я так понимаю, что это будет недолго. Так же вот, как вы читали, да, то есть это уже несколько лет обсуждается, что они собираются все выровнять. Все эти моменты. Они собираются все выровнять, как когда-то Колокольцев выступил с инициативой. А давайте разрешим правоохранителям возбуждать уголовные дела без налогового органа. Ну и все. И быстро очень добились. Там, наверное, за год, мне кажется, что даже за год они решили этот вопрос. Ну и сейчас... СИЗО завалено бизнесменами. Реально. Да. Без половины там СИЗО сидят просто невиновные люди, бизнесмены, которые решили заниматься деятельностью. Дальше, смотрите, у нас срок давности мы с вами проговорили. И мы с вами до передачи обсуждали какие-то интересные судебные прецеденты, которые мы можем рассказать нашим слушателям. То есть, что такого у нас интересненького есть? На что нужно обратить внимание? Ну, вот, знаете, самое вот такое реакционное, можно сказать, дело, это дело Ахмадеевой, постановление Конституционного суда. Вообще, вот все адвокаты, те, которые занимаются защитой, по 199 и по 198, они все говорят, что нету состава у Ахмадеевой. Между тем, вот эта вот бухгалтер, она бухгалтер Ахмадеева, да? Она, в общем-то... Даже внештатный бухгалтер, да? Да, внештатный бухгалтер. Внештатный, то есть прогресс да. Правом договора. Она совершила просто ошибку в бухгалтерском учете. И совершив эту ошибку в бухгалтерском учете, получилось, что она уклонилась от уплаты налогов. Сейчас я уже... забыл сумму, я просто помню суть этого постановления Конституционного суда. Давайте видео посмотрим. У нас мы нашли тут в Ютубе видео по ней. Давайте посмотрим. Очередной суд по делу главного бухгалтера Галины Ахмадеевой. В коридоре 17-го арбитражного апелляционного суда Перми собрались все участники дела, бывшие директора и учредители общества с ограниченной ответственностью «Темп». В 2012-м Галина Ахмадеева оказывала организации бухгалтерские услуги. Теперь предприятие банкрот. В феврале арбитражный суд Свердловской области. Ну, у нее все на самом деле хорошо. Ее же приговорили. А потом все это приговорили. И, в общем-то, еще на нее и повесили. Вот
исключение, да, и на нее еще и повесили субсидиарную ответственность. В чем здесь вот дело Ахмадеева интересно? Оно интересно в том, что Конституционный суд разобрался, но по уголовному делу он не разбирался, это вот он передал, так сказать, Следственному комитету, там, ребята, работайте. А вот он разобрался с субсидиарной ответственностью. В общем-то, суд взыскал с Ахмадеевой денежную сумму, вот, на которую предприятие уклонилось. И здесь очень важно, что Конституционный суд сказал, что нет, сначала вы должны обанкротить юридическое лицо и только затем привлекать контролирующих должника лиц, если у предприятия не окажется денег для уплаты налогов. Только после этого забирать деньги с тех, кто вот контролировал и кто был, приговаривался там вот к уголовной ответственности. Вот. Но на самом деле, вы знаете, и даже уже после дела Ахмадеевой у меня, значит, было дело в городе Элиста. Суд приговорил предпринимателя к условному сроку наказания, но при этом налоговый орган принес справку, что у предприятия нет денег, и, в общем-то, этой справки оказалось достаточно, чтобы на него повесить сумму недоимки. Так что, ну, вот так вот сегодня работают суды. Но, тем не менее, вот Конституционный суд установил правила. Сначала банкротим, сначала узнаем, все возможности, если, да, которые да, все возможности может предприятие не может заплатить, и только после этого переходим. Это первый момент. А второй еще... платить ли, забирать ли с того, кого с которого взыскивают эти налоги, пени и штрафы. Ну и Конституционный суд сказал, что вообще пени и штрафы – это вообще-то наказание для юридического лица, а не для КДЛ, контролирующего должника лица. И нельзя с ним взыскивать. Ну, вот практика... По-разному. Я читал мнение, значит, адвокатов, которые сказали, ну, раз главбуху присудили налоги, получается, что она должна бюджету налоги, значит, может быть и обратная ситуация, то есть, когда предприятие переплатит налоги, значит, они должны вернуть деньги главбуху. Это же логично. Ну да, может быть логично. То есть, есть такая тема. Что еще, какие есть судебные прецеденты у нас? А, вот, и еще я вот три дела назвал. Если постановление Конституционного суда по делу Ахмадеева это такое вот реакционное, можно сказать, постановление, да, то вот эти вот три дела, ну, к сожалению, они не московские, они, видите, вот красноярские, Кузбасс, вот, это, в общем-то, сегодня прецеденты о том, что если налогоплательщик там поработал с компанией «Однодневкой». Это я вот так вот просто утрируя говорю, да? И действительно была осуществлена поставка или действительно были произведены работы, но не тем лицом, которое значилось в договоре, суд должен провести налоговую реконструкцию. Он не должен оттуда забрать, ну, дважды обложить там НДСом и плюс еще... налог на прибыль забрать, он должен провести налоговую реконструкцию и найти примерно, сколько это будет стоить. Да вот, к примеру, товар пересекает таможенную границу. На таможне же были уплачены налоги. И понятна цена, да? И если этот товар дальше поступил к налогоплательщику, но через какую-то фирму-прокладку. Фирму-прокладку убираем и тогда считаем по... тому, сколько при пересечении таможенной границы было заплачено налогов. Слушай, какой вы плавающий оптимист, честно вам сказать, что я... Ну вот же три дела я вам привел, что вот он прецедент. В Москве пока нету таких прецедентов. Я могу сказать следующее. Вот то, что сейчас вы привели, да, еще в 2003 году я нашел там судебную практику, когда суд сказал следующее о том, что... Если, ребята, вы убираете у нас расходы, значит, убирайте у нас и выручку. Должны бы соблюдаться публичные интересы. И вот я могу сказать, что на протяжении десятых лет я показывал всем судьям и говорил, ребята, ну если у нас выкидываете кирпичи из здания и говорите, что их нет, нет НДС, ну тогда и мы и здания не продавали. Вот, пожалуйста, там два судебных прецедента показывал все. Судьи там примерно вот так вот говорили, что
Что такое? Хотя это совершенно ведь логично. Ну, это логично. С точки зрения здравого смысла. Это же совершенно свежее. Да. Будем надеяться, что они заработают, и это действительно будет так. Я, в общем, я как налогоконсультант... Ну, используйте, используйте. Используйте. Я хочу сказать, что не надо доводить дело до суда. Суда, ну, суд – это лотерея. Надо до суда все это решать. Значит, это вот такие судебные прецеденты, да? То есть я своей колокольни хочу сказать, для меня, допустим, я до сих пор в шоке нахожусь, все-таки касается дела главного бухгалтера Владимира Цыбина. Я не знаю, фотографию можем его найти? Вот он, вот, да. Это не каких-то там, по-моему, 2,5 миллиона рублей у Галины, которые присвоили. Тут 97 миллионов рублей. Понимаете, все, и он не отбился от этих денег. На него просто эти суммы повисли на всю жизнь. Представляете, вот такой момент. Для меня это страшно, я имею в виду. Ну, вот. Конечно. Но уже есть и 560 миллионов. Вот я участвовал, где главный бухгалтер защищал, он там свидетелем прошел. Есть уже и по миллиарду, и побольше денег, которые вешают на руководителей предприятий. При этом руководитель предприятия заявляет... Это главбух. Это не руководитель. Я понимаю, да. Но просто я говорю, да, руководитель предприятия заявляет, что он является номиналом, что он выполнял распоряжение такого-то и такого-то. И дальше... не берут КДЛ во внимание, да, а просто нападают на руководителя предприятия, даже если он и там номинал, и свидетели нашли, что... Потому что тот, который настоящий директор, занес деньги куда надо. Ну, вот, возможно. И, соответственно, да, они нашли край. И на него повесили 560 миллионов рублей. 550, ну, потому 8, что, что ли. Потому что, на самом деле, у нас вот право, да, вот мы сейчас с вами как бы пытаемся ее в законные рамки вытащить. Но на самом деле это все понимают, что у нас решает вопрос тот, кто знает, куда и кому занести, условно говоря. И тогда вопрос решается. То есть не знаешь, значит, у тебя будут вот такие проблемы, там, когда тебе будут 400-500 миллионов присуживать. Это мой комментарий. Значит, я еще покопался и насчет... Я еще бы хотел добавить, чтобы вы понимали, мы проговорили про сроки давности, и здесь нужно понимать, что если лицо и освобождено в связи с истечением срока давности от уголовной ответственности, то нужно понимать, от субсидиарки не освобождается. То есть срок давности прошел, ну, пожалуйста, ну, хорошо, к уголовной ответственности ты не привлекаешься. Но к субсидиарной налоговый орган добьет и, собственно говоря, деньги заберет. И это не спасает. Еще некоторые юристы и адвокаты советуют, давайте как физлицо обанкротьтесь, и тогда точно с вас все спишется. Ничего подобного, ничего не списывается. Ну, да, не списывается, это... да. Поэтому, уважаемые коллеги, у нас будет передача с конкурсным управляющим, где-то, наверное, через месяц, а таким очень крутым парнем, да, то есть, который расскажет, что вообще банкротство, как ни странно, лучше не заходить, он сам говорит. Потому что они научились выбивать деньги там вообще от людей, которые вообще на предприятие просто в гости заходили. То есть, кстати, такая тема есть интересная. Я насчет судебных прецедентов еще хотел сказать. Вот покопался, здесь нашел чисто для справки, что женщина была директором компании, у нее был малолетний ребенок, уехала на 8 месяцев лишения свободы. Я просто свежие иски смотрю, то, что есть. Потом вот такой прецедент, что началась выездная налоговая проверка, директор развелся с женой, хотя надо было сделать до этого. То есть нормальный директор уже давно развелся, то есть он очень одинокий человек. Потом все подарил своей дочери, отсюда выписался и так далее. Налоговая служба все обратно вернула, оштрафовала. Единственное, что он не пошел в тюрьму, потому что 2 года срок был, то есть он не успел. То есть вот такие прецеденты, они встречаются. Вот. Ну, это, знаете, просто так, так сказать, тупо взять, сделать. Я знаю, на уже... малолетних детей переписывают имущество. Так делать ни в коем случае нельзя. Если вы хотите спасать свое имущество, то спасайте... как бы его правильно. О том, как мы сейчас говорить не будем. Ну, вы можете обратиться к нам, к вам, да, поверьте, вы это показываете. Нет, мы работаем только законными способами и методами. И да, действительно, есть способы, да, которые закон позволяет делать. И, в общем-то, ну, это можно делать, но только не вот таким способом. Просто я думаю, что вот этот директор, он просто не проконсультировался. Потому что вот эти вещи, да, там, когда я говорю, это же десяток лет назад все обратно возвращали. У меня там клиент был, торговый центр переписал там, подарил. Ему все вернули, все обанкротили, все забрали. Просто надо было забить в гарант консультант, проконсультироваться с людьми. И там есть такие, ну, десяток других вариантов совершенно спокойно. Кстати, вот я встречаю вариант, когда предлагают, что давайте директора будем менять как можно чаще.
То есть, типа считает, что это избежит от уголовной ответственности. Что вы по этому поводу думаете? Я думаю, что это, наверное, можно делать, но надо работать. То есть, это все должно быть не ради формы, да, а ради сути явления. Если вы это сможете оформить и действительно сделать с деловой целью, а не как способ, да, ухода от ответственности, то тогда вы это, так сказать, можете сделать. Но если это сделано исключительно для того, чтобы избежать ответственности, то у вас не получится. Почему не получится? У вас там будут работники, которые будут в курсе и будут понимать, что это все у вас делается формально. Еще там найдется 33 свидетеля, которые подтвердят, что это было сделано для галочки. Что было контролирующее лицо, которое все отменяло, меняло, все. То, конечно же, это все не пройдет. Так, ну что, давайте, спасибо, что пришли к нам на передачу. Спасибо, была, думаю, сегодня очень интересная тема. Я, уважаемые налогоплательщики, хотел сказать, что у нас следующая тема, это будет прямой эфир, будет 16 февраля в 7 часов. И мы там поговорим о цифровом двойнике человека. То есть, значит, очень интересная тема, то есть, как создают двойника. То есть, прямо представляете, все сканирует твои органы, там все, и он прямо вот как ты, только он в компьютере находится, прямо вот директор этой компании будет рассказывать. Но у меня другой вопрос, раз у нас тут адвокат. Слушайте, как вы думаете, когда-нибудь вообще суд, может быть цифровой суд, чтобы не было вот этих судей, да, которые по звонку телефонному решают вопросы, а вот именно какой-то компьютер будет стоять, который будет принимать решения, там искусственный интеллект, вообще такое будет, как вы считаете? Ну, мне сложно сказать, но так как... В наше время хотя бы, да, будет ближайшее. Мне кажется, что, ну, возможно, но я почему-то в это не верю, потому что уже, наверное, с 2015 года я знаю, что идут большие дебаты, чтобы юридическое лицо привлекать к уголовной ответственности. Но до сих пор мы до этого не дошли. А тут про двойника. Возможно, я отстал в этой части и оценить. Я очень хочу, чтобы суды были у нас, я не знаю, какой-то робот там сидел, да, который нельзя подкупить, ничего не сказал. То есть, ну, то есть, как бы, чтобы хоть как-то какая-то объективность была. Потому что сейчас, если кто судится, значит, в налоговой службе, ходит в суды, то там справедливости, к сожалению, очень мало. К сожалению, великому. Но я думаю, что, может быть, что-то переиграется в связи с тем, что будет какой-то искусственный интеллект и появится робот. Но я же могу пофантазировать. Про арбитражные суды там нет задачи справедливое решение. Оно должно быть законным и обоснованным. А вот про справедливость там ничего не написано. Ну, изначально же должно быть по справедливости все. Ну, в принципе, да. Но это уже такая мораль и право, да, что должно, так сказать, перевешивать, мораль или право. И вообще, я думаю, что в будущем, да, если так пофантазировать, то у нас вообще налоговых инспекторов не должно быть. То есть это все должно быть все автоматизировано, чтобы вообще не было вопросов. И то сейчас как бы налоги – это некая какая-то проблема для бизнеса. То есть это не должно быть никакой проблемой. То есть это вот, я не знаю, там все должно быть автоматически, и ты не мучишься ни с отчетностью, ни со ставками, ни с чем. Все это раз-раз-раз, и все по-честному. Ну, я тоже так думаю. Чтобы убрать этот человеческий фактор, вот эту вот оценку, когда суд, он оценивает, там, взвешивает доводы и так далее. Ну, и насколько я вот знаю, это... Я не помню, кто это из адвокатов сказал, но вот я слышал на курсах, что судьи после вынесения решения в пользу налогоплательщика, дальше, допустим, прокуратура проверяет эти судебные решения, и судьи... Не увольняются. А судьи должны еще сверху написать, кроме самого решения, почему они вынесли такое решение. То есть еще отчитаться прокурору. Но, собственно говоря, конечно, а зачем тогда мучиться? Это надо судье. Да, это чем, не легче ли вынести такое решение? Но я это не могу вот достоверно сказать, где это я слышал. Вы знаете, я просто, я в теме этой ситуации, то есть я специально изучал ее, да, и мы проводили анализ. Те судьи, которые принимали решение в пользу налогоплательщиков, как правило, их всех увольняли. Никто не оставался, особенно когда большие суммы денег там по 40 миллионов, по 100, по 200 там и так далее. Реально. То есть мы такую прямо статистику отслеживали. Я когда-то даже статью по этому поводу написал. Кстати, надо будет найти, наверное, почитать. Ну, все, да. Спасибо большое, что вы были все с нами. Пишите, звоните, да.
Да, пишите, звоните. До следующей встречи. Всего хорошего. Спасибо, что были с нами.